1954 году в Алма-Ате появился футбольный клуб «Локомотив». Но уже на следующий год его переименовали, и он стал называться «Урожай». А в 1956 году «Урожай» решено объединить с колхозными спортивными обществами. В итоге на базе этого объединения возник футбольный клуб «Кайрат». С 1954 по 1991 годы «Кайрат» выступал в чемпионате СССР. Причем 24 сезона он провел в высшей лиге. А в 1963 году он даже дошел до полуфинала Кубка СССР. А в 90-е годы «Кайрат» и вовсе мог исчезнуть. Команду разделили на два клуба, и только стараниями меценатов ее сохранили.